Все-таки не ради чаепития мужчина с ножом, который не выпускал из дома фельдшера в скорой помощи, оказался под стражей на время расследования. Сотрудники избрали для нетрезвого пациента меру пресечения. Напомним, во вторник вечером диспетчером неотложки поступил вызов с просьбой оказать помощь после укуса собаки. Спустя полчаса фельдшеры прибыли на место. Нетрезвый мужчина запер дверь и, угрожая ножом, сообщил медикам, что он ждал их слишком долго, поэтому будет удерживать в своем доме столько, сколько захочет. Фельдшерам удалось сообщить коллегам о своем заточении, а те, в свою очередь, вызвали полицию. Сначала хозяин дома объяснял полицейским все происходящее обычным чаепитием, но после задержания дал признательные показания. Сейчас ему предъявлено обвинение. На время следствия он будет находиться под стражей за незаконное лишение свободы двух лиц. С применением оружия ему грозит до 5 лет тюремного срока. В Кирове этот случай сами медики называют прецедентом.